Друзья, привет! Дима опять пишет на свой палец. Смотрите, у меня даже микрофон сегодня другой. Я не знаю, что на меня повесили. Я очень надеюсь, что меня слышно, видно. Но, по крайней мере, обзор с распродажи получился более-менее. Ну, продолжаем тест над ежиками. Так, касаемо маски. Без маски снимать не разрешают. Периодически только если вот, ну, чуть снять, да, и там проговаривать, чтобы не видно было это в кадре. Поэтому вам придется мне мучиться и вам, смотря на меня в маске. Сейчас мы с вами, сегодня 17 декабря, распродажа в самом разгаре, мы вам ее уже скинули, вы ее смотрите благополучно. А мы идем выковыривать все новинки, которые появились в Икее с конца ноября. Ну, в общем, за месяц с хвостиком. У нас очень большие планы по обзорам, потому что, как мы говорили во влоге, мы приехали сразу на несколько дней снимать. Поэтому до Нового года, Дим, мы завалим, да, наверное, обзорами. Вот, погнали искать. Из крупной мебели мало что за это время появилось, но тем не менее, Грунарп, которого мы не нашли в Краснодаре, то есть к диванчику, как я говорю, к этой розовому поросеночку, еще появилось кресло. Кресло стоит 14 тысяч, то есть нюансы все точно такие же, как и у дивана, точно такая же ткань. Но что классно, да, то есть вот смотрите, у Грунарпа диванчик плюс кресло и еще, Дим, кресло Вебу, Ведбу, точно в таком же покрытии, с контрастной подушкой. И что можно? Можно скомпоновать. То есть можно облегчить конструкцию, не делать два варианта с пузатыми бочками, а сделать разные, но в одной ткани. Оно не раскладывается, то есть кровати оно не является, это просто кресло. Ну, в общем, стандартная киевская база, скажем так, только апгрейдили боковушечки. Пошли выковыривать дальше новинки, вон туда сразу в кресло. Вот такие вот стульчики фресет. А, значит, что у нас здесь? Дубовый шпон, покрашен в разные цвета. Формованный многослойный клееный шпон с отделкой. Дубовый шпон, прозрачный акриловый лак с оттенком. То есть это полностью из шпона стульчик. Очень легкий, кстати. 6000. Прям реально легкий. Смотри, как легко взяла, да? Здесь у нас все на шурупах. Смотри, клеевых частей нет, кроме вот этой части. То есть получается, даже если ножки начнут, да, что-то рассыпаться и так далее, всегда можно утянуть. То есть это плюс именно эксплуатации. Вот эти кипочки, которые отвечают за прыгание, стучание по полу и так далее, очень крепко сидят. То есть они получаются как вкрученные. Спинка само, сам изгиб тоже на шурупиках. Что, пробуй посидеть? Да, давай. Как тебе визуально? Что-то такое? 6000. 6? Да, удобный. Смотри, удобный прогиб. То есть он прям полностью повторяет тебя. Ты видишь, нет зазора, да, у спины. На нем удобно и, главное, вот здесь есть поддержка. Мне как раз получается вот, ну, на уровне, да, грудной клетки. И мне не хочется сюда завалиться, как обычно. Вот я всегда жалуюсь, что я сажусь в кресло, и мне хочется туда провалиться. Поэтому... Ребят, мне нравится. Если у кого-то в стиль попадает, то есть оно еще как бы даже пружинит, то есть оно держит форму. По соотношению цена-качество я считаю, что адекватно, потому что за эти деньги, ну, из дерева, да, то есть фактически шпон – это тонкий слой дерева, сложновато купить. Посмотрим, конечно, как дальше будет, это новинка. Как обычно, друзья, если кто-то уже купил, рассказывайте, куда купили, зачем купили, как пользуетесь. Пойдем. Так, ножка каб-барб, 10 сантиметров для бесты. Дим, вот на любую можно шкафчик прикрутить фактически, если резьбу, соответственно состыковать. Массив дерева, акриловая краска. Для каркаса шириной 60 требуется 4 ножки. То есть сама ножка 10 сантиметров. Прям каблучок женской туфельки напоминает. Мне понравились изящные ножки. Обычно у беста все-таки вот, ну, такие вот, как я говорю, топором рубленые. Получается 250 рублей одна ножка, на каркас 1000 рублей за 4 ноги. Вернули. Побежали. Микки появился в новом цвете. Ребята, это точно классический обычный белый Микки. Но и его тоже нет в наличии. Только хотела сказать, хотя бы он в наличии есть, но, увы, нет. Вообще с наличием сейчас туго, имейте, пожалуйста, в виду. Ой, сейчас мы с тобой, знаешь, что дойдем? Еще одну альтернативу покажем новому столу. Значит, разницы вообще нет никакой от обычного Микки. Только отделка, то есть... У столешницы бок, плюс
другого цвета отверстие под провода и сама столешница в черную клетку. При этом клетка, вот этот вопрос задают часто, она ощущается. То есть вот я пальцем провожу, и я вот эти выступы вижу. Дим, наверное, на камеру это не получится передать. Это как слой краски. Нет, не передаст. Не передастся, да? Ну, в общем, поверьте, просто вот эти вот выступы я ощущаю. Поэтому писать, мне кажется, нужно будет обязательно подстилку. А так, друзья, это стандартный миф. Шумлючий и быстро облазящий. Так, смотри, я не знаю, как в других городах, но в Нижнем проблема с подстольем поль белого цвета. Есть розовый, зеленый и синий. И икеевские дизайнеры нижегородские предложили одну интересную идею. Мне понравилось, я хочу с вами поделиться. А, ты тут уже, что ли? А, столешница Линмон с ножками олов. Ножки олов по 500 рублей. В чем фишка, ребят? Регулируется по высоте. От 60 до 90 сантиметров. То есть вы можете сделать выше, чем стандартный стол, и ниже. Белый, серебристый и черный. Со столешницей в метр выходит тот же поль. Поэтому совершенно спокойно можно. Я сейчас вот думаю, наверное, Алене вот такого плана взять. Он даже пошире поле по ширине и по длине поудобнее. Потому что поле либо 1,20 м, либо 96 м. Ни туда, ни сюда, ни к умным, ни к красивым. Вот, поэтому имейте в виду такой лайфхак. То есть можно взять стол с учетом регулировки. Даже, кстати, можно сделать наклонную парту. Да, если вот ножки по-разному сделать. Есть дети, которым обязательно наклон нужен. Так, это вполне такой бюджетный вариант и наклонной парты, и регулируемого стола, если вы не можете, как вот, например, мы сейчас для своих клиентов не можем столы поль привозить, потому что столешницы под столью в белых нет. Для вас вариант. Глитран, всем известный, появился в желтой меди. Цена 7000, как у черного. Ну, чаще всего куда берут? Сочетание с фасадами бубен, когда хотят такой прованс сделать, либо английский стиль. Кому нравится, это такой вот, да, когда у вас все остальное в золоте, все аксессуары, можно взять такой экран. Так вариант есть. И черный, даже вон какой блестючий появился. Ну, прям уж совсем блестючий. Ребята, напишите, пожалуйста, обратную связь, как у вас эксплуатируются краны. Мы вам уже рассказывали про опыт нашего клиента, когда кран сдох аж два раза подряд. Интересно, как сейчас, потому что смесителей все-таки стали заказывать меньше по статистике за последние 3 месяца. Ребят, в принципе, это два уже известных давно в ассортименте предмета. Это тележка Рогрунд и вот такая одна из новых досок бамбуковых Хэгсма. Смотрите, как эта Хэгсма в качестве крышки идеально подходит к тележке. Это очень актуально было многим, кто, например, хранит на кухне, сюда еще наверх что-то положить в качестве подноса. Да? Тележку можно использовать теперь. И пошел. Кстати, Рогрунд очень классно ездит. Я все хочу такую купить, но не знаю пока, куда применить. То есть это одна из лучших, наверное, икеевских тележек. Вообще, наверное, нам уже пора обзор по тележкам по всем снять, да, рассказать все плюсы и минусы. Так, к распродаже кое-что еще добавили, поэтому на сайт заглянули. А, ну, к распродаже добавили серию Финторп. То есть, а все остальное, что мы показывали, сегодня еще закинули серию Финторп. Кто выкапывает новинки, тот я. Стулья Nordviking появились в цвете Морилка Антик. И причем очень интересно на этом массиве дерева. Дим, покажи, пожалуйста, смотри. То есть, не пугайтесь. Имейте в виду, что дерево из массива, они будут... А? Видишь, он как он весь разноперстный, как будто из разных частей сделан, да? То есть это браком не является, ребят. Докопаться, конечно, до икеюшки можно, но имейте это в виду, что нет смысла. Если не хотите... Вообще, вот любой стул Морилку Антик возьми, Дим, покажи, вот пробегись. Они все полосатые. За счет того, что Морилка не скрывает фактуру, она просто дает защитный слой, и все. То есть вот как есть. Поэтому, если вас это смущает, тогда вы берете уже крашеный белой краской или стулья, либо перекрашиваете сами. Вот этот момент, пожалуйста, учитывайте. Ребят, матрасы Watson. Это, ну, как новинка у Икеи. Она несколько месяцев уже, просто ее недавно добавили на выставку. Без выставки мы вам никак не могли показать. Это пружинный матрас. 10 лет гарантии, то есть это больше, чем, например, у той же Йомны 2 года, но меньше, чем у базовой гарантии. Что у нас здесь лежит? Здесь у нас лежат пружины Банель. Дим, ты что снимаешь? А, может быть, мы пружины покажем? Пружины Банель, вот они. То есть это зависимый пружинный блок. Здесь нет пружинки в каждом кармашке отдельно. 1, 2, 3, 4,
5 витков пружина, пенополиуретан 25, плотность 25 кг на метр кубический, способствует распределению равномерному. Вполне бюджетный ценник, 17 сантиметров толщина, якобы очень жесткий, но прям вот, не знаю, в общем, берут клиенты, чехол это тот же чехол, который есть уемный, то есть он очень быстро, прям вот иди сюда, он весь становится ширшиками и катышками очень-очень быстро, поэтому на матрасе к данному чехлу, к данному матрасу обязательно. Дим, видно шоршики? Шоршики. Не знаю, у меня камера тебя пробила, но... Можно я уйду, пожалуйста, вот. Шершики. Вот сюда на край. Еще на край. Вот. То есть вот так у вас в процессе эксплуатации будет выглядеть матрас. Если будет просто лежать сверху тонкой простыни, имейте в виду, будет некомфортно. То есть этот матрас один из бюджетных. Интересно, слышно звук? Да. Не знаю, для меня это аналог пензомебель, честно. Ну, это, во-первых, скрипит. Обновили, да? А не сам матрас. Точно? Да. А где-то посередине. Ну, с другой стороны, это бюджетный вариант, и когда нужно что-то совсем бюджетку, и вы не хотите пенополиуретан, welcome, такой вариант есть, имеет тоже место быть. А по матрасу часто сейчас приходит вопрос, матрасы сейчас заменили. То есть убрали среднюю жесткость совсем, добавили просто очень жесткий. То есть средней жесткости стал жестким матрасом, а очень жесткий стал жестким. Короче, фактически все то же самое, только чуть апгрейдили, как икеюшка любит. По факту оказалось то же самое. Так, в кроватях новинок у нас нет. При кроватных тумбочках тоже. Плавно переползаем в детскую. Так, смотрите, у Рекистат появилась новинка. Шкаф, мы вам уже показывали, трехстворчатый обычный, появился еще с раздвижными дверями. Плюшки шкафа 1,76 м, малая высота. То есть туда, куда вам не надо большой высоты, вы можете поставить маленькую высоту. Дупы никакие отдельно не продаются. Ну, скажем так, это аналог Пакса. Ой, Пакса Задалина, который раньше был. Дим, на черном очень тяжело показывать. Да, даже вот эта камера, и то тяжело справляться. Два отделения полностью одинаковых. Две полки снизу, две штанги, все. Шкаф 117 на 176. Вообще у Ракитат есть прям отдельная линейка, но это, наверное, надо с отдельным дополнительным светом снимать, да, Дим? Потому что эти шкафы мы уже показывали, то здесь можно такое объединение сделать, и они все будут в один стиль смотреться. Икея добавила новых детских мешков для сна, спальных конвертов. Значит, 72 сантиметра желтый цвет черепаха, это велюр сверху. Обращаюсь к девочкам, мужикам это не актуально. Здесь, значит, внутри из интерлака, как пеленочка, прослоечка. Весь замок внутренний, то есть соприкасаться ребенок не будет. И вот такой на 80, судя по всему, 4. Зеленый. Здесь уже, смотрите, замок не сбоку, а замок в середине. Я вот очень хочу лямочки бы показать. То есть вот это вот классика. Ну, в общем, фактически это только в других цветах. Это малышарик. Да, два размера. Это не бодик, Дим, это спальный мешок для сна. Вот, смотри, как это выглядит. То есть головка, ручки, ножки здесь. Это вместо одеялка. Чтоб не убежал. Чтоб не убежал, да и не убежит еще. Просто новые цвета добавились, цвета очень красивые. Все, ура, я добралась. У Калакс обновляется линейка. И обновляются в очень красивые цвета. Смотри, нежно-желтый, нежно-розовый, пудровый, бледно-бледно-голубой, белый, красивый серый и мята. Ценник такой же, ребят, 149. То есть вот она предыдущая линейка, да, активная, яркая, вот новая. Мне очень понравилось. Калакс вообще это неубиваемые вещи. У нас они всегда дома в ходу, разного цвета. Вот такую линейку тоже обязательно прикупим. Все так же, по 149 рублей, еще только ложечек, нет, с вилочками. А вот эти, предыдущая коллекция, уже зашла в сейл. То есть как только цвет меняется, предыдущую распродают, запускают в продажу новую. Не могу не показать вот такие новые красивые ручки. Обхус с ним смотрится совершенно по-другому. Дим, сейчас я открою дверку, ты снимаешь, а я скажу, сколько ручка стоит. А две штуки стоят всего 400 рублей, то есть это по 200 рублей за ручку. Я считаю, что это адекватный ценник, здесь металл. И деревянные кругляшочки. Все это цельное. Ручка очень изящная. Покажи, пожалуйста, как целиком обхус смотрится, когда он с деревянными ручками.
Вот, я думаю, ты со мной согласишься, что он более изящно смотрится, чем обычно, да? Да. Прям такое красивенькое-красивенькое. И как... Супер-девочковое. Супер-девочковое, да. Но при этом ручки всегда можно поменять, да? Ну, надо как-то отмазаться, что нет стула. Да, хотя бы заменить вот на аналог. Так, не выключайся, пойдем сразу. Не знаю, адекватность ценника, честно. А новый, а называется он игровой стол модуль. 8000. Дундре. Размер. Размера ни шиша нет. Сейчас будем визуально выявлять. 119 на 57 на 52. То есть это прям реально маленький стол. Здесь два выдвижных ящика. Железка. Железка, фасад, ну, как обычно, да, меламин, ДСП, да, ДСП и ламинированное покрытие. Тут не выдвигается, то есть фактически это невысокий стол с двумя выдвижными ящиками. Честно, сомнительно, за 8 тысяч. В общем, мнение жду, для меня... Да, спорный для меня момент. Можно за эти деньги более удобный вариант для ребенка, для занятий, для игры выбрать. Ребята, пляшите, танцуйте, смотрите, что вернулось. Только раньше было два вида терочек. И низ немножко другой был. И низ был другой. Стоил 199 рублей, сейчас 249. На самом деле это удобная киевская терка из обычной нормальной нержавейки. Будем надеяться на это. Там внутри хороший контейнер. Удобно сразу вот и туда. Я, наверное, сам. Но это уже будет после съемок, потому что ходить под мышкой с теркой неудобно. Ой, нет, блин. Я вру. Смотри, она все-таки с двумя. Просто одну часть куда-то кто-то уже ухайдокал. И мало того, что, смотрите, ребят, ну давайте вот будем людьми, да, выставочник. Вот как? Как человек поймет? То есть он подумает, что реально покупает вот это. По факту. Здесь удобная крышка, согласна. За 249 рублей теперь согласна. Удобная крышка. Вам надо, вы закрыли то, что натерли. Вообще красота, да? А зачем, чтобы натирать, чтобы потом закрывать? Ну вот я лишнего натерла. А раз. Два. В общем, 249 рублей, два вида поверхности для натирания, крышечка и сам контейнер. Дим, как ты думаешь, что это такое? Ну тут же только мы последние остались, уже остальные обзорчики это показали. Да? Да. Так и у нас только появилось. Ну, уже люди показали. Ну вот, в общем, это штука для выдавливания косточек. Я, конечно, куплю ради интереса, летом расскажу, но мне кажется, это... Насколько? То есть, подожди, косточка вылетела, мне надо вишенку достать, положить. Да. Не, есть налики рублей за 600, штуку, которую прям кидаешь, и она... Выпрыгивает. А это сколько у нас? 200 рублей. Ну, хороший пластик. Сейчас попробуем разбомбить. А, здесь резиновая штуковина. Чтобы она нюхает, вишенки не... Да, не убегала. Но штуковина это не снимается. Поэтому насколько это будет удобно мыть, я не скажу. В общем, если у кого-то вдруг уже есть дружба с вишневыми косточками, расскажите, пожалуйста. Кто страдал, в Нижнем опять появились прессы для картофеля, но вот эта часть очень слабая. Много раз было вариантов по браку, то есть у людей вот здесь вот раз... Просто картошку надо до конца отваривать, а не сырой давить. Это вам не дранить, дело. Так, вот такой набор. Full Stat, контейнер для продуктов, 3 штуки. А в Краснодаре тоже его, к сожалению, не было, и добрались мы до него позже, чем другие. Я не буду вандализмом заниматься, но чуть посильнее это оторвется. Это раз. Лучше взять линейку IKEA 365, то есть она прям слабая. То есть она от постоянного сгибания. Если будете хранить в холодильнике и не давать этому согреться, или как это сказать? Да, согреться. Согреться? Ну, большая вероятность, что лопнет посуда. Да, хоть и заявлено, что можно использовать СВЧ, не рекомендую. Посудомойку тоже не рекомендую. То есть, ребят, здесь просто пластик.
гибкий, но при этом очень фигово сцепленный. Вот смотри, уже. Видно? Да. Подожди. Вот здесь скоро развалится. Подождите, покажите ярко выраженную дырку. Не дырка, просто вот он загиб другой уже, другого оттенка. Было белый. Да. Так-то функционал интересный, но вот этот элемент, когда я сейчас покажу на IKEA 365, как он выглядит. А, вот, пойдем. А? Раз, два, три, там я не слышу. Смотри, вот у IKEA 365, он тоже вроде бы гнется, но пластик сам более плотный. Сложно тут прям. Вот пащи. Я прекрасно понимаю, что камера никто не увидит. Нет, я понимаю, что камера никто не видит, я просто вот так покажу. Массивность, видишь, толщины даже, вот. В общем, IKEA 360 будет эксплуатироваться дольше. Это уже из летней коллекции. Warfint, три баночки. Очень красивых оттенков, синий, такая охра и розовый, с яркими контрастными крышечками. 299 рублей, три штуки. Опять же, можно цапнуть, например, на как упаковку для новогодних подарков, а потом использовать по назначению. Вот что нас ждет летом. То есть вот такие вот бутылки, такая линейка летняя Коркин будет. Мерзавчик. Самар, да. Ну, на самом деле они классные, 130-150 миллилитров. Под что хотите, под блин, какие-то соусы, какие-то масла, которых не так часто используешь. Вот, поэтому мне эти наборчики очень нравятся. 229 рублей цветные. Кому жалко денег за цветное платить, пожалуйста, покупайте без рисунка за 199. И смотри, IKEA Нижний какую шпаргалку классную приготовила. Ее можно, в принципе, остановить экран, заскринить. Одну проливайку крышку продают, распродают, другую новую вводят. Цвет красивый, я прям согласна. Я очень люблю такие мятные оттенки. Я уже в распродаже вчера задавала вопрос по поводу ундерскока. Как оно у вас эксплуатируется? Как оно у вас ундерскикуется? Ну, в общем, Нижний Новгород решил хоть чем-то стать первым. Стиленлик. Листья белые и зеленые. 299 рублей мисочка, 13 сантиметров. Очень красивого орнамента. И точно такие же десертные тарелочки. 17 сантиметров, 349 рублей. Давайте смотреть. Скорее всего, это каменный полевышпатный фарфор. Отсюда ценник. То есть линейка IKEA 365 будет вполне сочетаться. Рисунок нанесен объемным способом. То есть он чувствуется, он не вдавлен, он на поверхности. И это дает такой вот приятный объем. Так, поднос Ровароль со складными ножками. Я хотела вам еще показать его в Краснодаре, но там его не было. Значит, он у нас из фанеры березы. Нет, я хочу показать то, что изнутри. Это интересней. Поставленный на сайте можно увидеть. Значит, каким образом? Вот он у меня стоит, да? Чтобы мне его разложить. То есть мне обязательно нужно, получается, его перевернуть. И аккуратно под эту железную штучку. Да, то есть кроме как руками я это... Подожди. Вот, собачка поднимается. Вот, пазик. Закрывается. Так, открывается, соответственно, более простым способом. Ну, Дим, я бы сказала, что он очень устойчивый. Нестандартное применение в нашем доме таких предметов — это ноутбук. Да, нормально. И работаем. Нас кое-кто лежа любит работать. Все семьи. Ну да, телефон в зубы вперед. Так, еще ближе к лету. Кейслик. Новый поднос. Вот такой. Ну, увидели, да, что уже лето нас ждет такое нежно-розовое, пастельное. Как я люблю нюдовые оттенки. Как обычно, братья болгары, диаметр 43 и стоит 500 рублей. Они стандартно одной цены всегда. У IKEA были для эспрессо, как и у Динера. Теперь появились маленькие чашки с блюдцем на 130 мл. Очень удобно берут организации, когда надо, да? Секретарша принесла не маленькое ведро, а ограниченное. Потому что до этого была серия только Вардаген, линейка Вердера. У Вердера более классическая форма, но не всегда это подходит в стиль. Поэтому сейчас есть альтернатива. Это 130 мл, это 200 мл. Что вам удобнее? Стоит, кстати, всего 200 рублей, ценник одинаковый.
авскильд из пробки, такие маленькие круглые подставочки. Мне кажется, мы их в Краснодаре уже показывали, потому что мы их покупали. Смутные сомнения. Что подкладка под стол, которая не подается, да. Они нарезают на крошки. Может быть. Кстати, Дим, я не заметила у нас, с Екатеринбурга писали, что возвращается опять линейка каструль, только в другом цвете. Но у нас, ребят, мы, увы, не нашли. Зато мы вот что нашли. Уптека в другом цвете на 0,4, бирюза. Ну, вы уже понимаете, да, какая нас летняя коллекция ждет. Ну, в последнее время вот это мне радость цветов, нет, не радость, придумал что-нибудь другое. Ну, то есть тупо поменяли цвет, типа новое, да? Ну, еще раз. Ну, давай, кстати, они к Новому году сейчас очень актуальны, кто хочет поменять. Единственное, что тонковатая ножка, хрупкая, уже были претенденты, клиенты жаловались. Поэтому вот так хранить не рекомендую. Более тяжелый нит вверх, чем низ. 799 рублей, 210, 270 миллилитров, 4 штуки. Но в упаковке. В упаковке. Блин, за 800 рублей без упаковки еще. А бутылка с пробкой, корки, листочки продолжаются. У тебя, наверное, уже ощущение, что мы как будто где-то весной снимаем в марте, да? Обычно в это время коллекции летние приходят. Стандартная литровая бутылка, только с новым рисунком. Но при этом зимние почему-то не распродаются. Обычно зиму в это время распродают. Жадина говядина. Да, когда приходят. У Вардогена. Хороший насыщенный синий цвет. Прям очень так просится купить. Сине-фиолетовый какой-то, да? 349 рублей, 4 штуки в коробке, закаленное стекло, 310 миллилитров. Они есть и белые. Ребят, Вардоген, в принципе, это более такая классическая посуда, поэтому, кому интересно более классику дома собирать, то линейка для вас. Я хочу новые стопки найти покал, но они из магазина исчезают быстрее, чем мы приезжаем. Подушки Юстина в новом цвете, вот такое красивое бордо с белой тоненькой полосочкой. Чем не очень люблю Юстину, она плоховато стирается. То есть, если мы ее стираем в стиральной машинке с отжимом, хотя здесь цельной слой пенополиуретана, он перекручивается, его сложно поправить. Поэтому малина в плане стирки удобнее. Но Юстина людям нравится за счет слоя, устойчивости, то, что она не пузатая. То есть, не все любят пузатые надутые подушки. 299 рублей, как и все цвета Юстины. А сейчас их 1, 2, 3, 4, 5 цветов. Так, мы в чехлах на подушках. Меня может Дим не показывать. Да, тут и подушки не видно. Свартхо, серо-бежевый, жаккард. Поэтому, ребят, такой ценник. Сразу скажу, эксплуатируется данная ткань хорошо. Она очень мягкая, комфортная и на долгие-долгие годы живет. Да, 800 рублей, блин, она реально неубиваемая. То есть это одна из самых толстых тканей IKEA. И поэтому, если бы, например... В огне не горит, в воде не тонет. Ой, Димку за нос укусит. Дальше. Вот такая подушка Мильдрун. Вот где бы ее найти? Вот если свартшоу, который мы сейчас показывали, можно показать еще вот так, ну, то Мильдрунов... А вот внизу? А вот внизу Мильдрун. В общем, вот такая полосатая подушечка тоже. Она хлопковая. 1 июля 2020 года сделана. Раньше было только 4 цифры. Да. На замочке. Это просто уже, ребяточка, хлопок, Пакистан, уже потоньше. Так, еще бархатные подушечки. Очень напоминает Санеллу, но сразу скажу, вот, Дим, Санелла рядом. Санелла бархатная, нежная, это более жесткая. Она стеганая, 599 рублей. Вот, хотя по ткани не скажешь, вроде ворс одинаковый. Да, но плотность разная. Она с отстрочкой. Золотисто-желтый, 600 рублей такая подушечка стоит. С Санеллой, в принципе, в пару можно. Еще сюда очень хорошо из волокна Райм подходит Вигис. Вообще, в принципе, вот этот вот желтый охру, он сочетается с большим количеством оттенков. Главное, ну, соблюсти, да? Так. А, такую распродают, а такая в новинках. Ну, нереально очень похоже. Смобраска. Хлопок в цветочек. Угу. Так, дальше у нас идут. Освейк. Давайте в пакетике покажем, потому что не видно. В такую вот полосочку. И вот хотя бы давай просто покажем, что это полосочка. Вот, полосочка. Ребята, такие подушки новые появились. Ханна Лиза.
500 рублей, размер 50 на 50. Почему хочу отметить? Дим, помнишь, у нас такие полосатые подушки? То есть вот эта подушка может быть соседом к любому цвету. Берете чехол Гурли и компонуете, исходя из цветов. Получается очень яркое пятно. Еще из плюсов. Обычно такого уровня подушки с цветовым разрешением стоит 300 рублей. Если туда еще плюс подушку Индира, то выйдет у нас что? Примерно так под 500 рублей. И выйдет. Ну да, так за те же деньги и выйдет. Из минусов, если у вас уже есть внутренние подушки, вам нужен только чехол, не ваш вид. Истончавшиеся поларвиды. Стоит сейчас он 300 рублей. Темно-синего цвета есть, ребята, из серого. Но за годы качество флиса стало хуже, честно. Раньше поларвиды, даже вот между синим и серым разница есть. Синий более тонкий, быстрее скатается. Ну, как обычно, расходный материал. Все. Бизнес, говорит, ничего личного. Очень некоторые киевские пледы напоминают палантины и шарфики. Кстати, нестандартный размер для пледа 150 на 2. То есть таким пледом можно спокойно закрыть детскую кровать. Даже не только детскую. Так, вот это внутряха. Шерстяной, мягкий. Здесь шерсть и акрил. И не колючий. Так, вот еще новый Герльхильд. Нет, мы их, по-моему, в Краснодаре показывали. Да, они очень хорошо стеобаст со шторами сочетаются в пару. Так, вон там сейчас зеленый плед цапнем, покажем. А из вашего окна площадь красная видна. А из нашего окошка только улица немножко. Я не знаю, но это уже не плед, ребят. Вот классическая аномия. И вот это. Ценник одинаковый, 600 рублей. Мне кажется, даже так заметно, да? Насколько она жидкая стала. Здесь прям вот чувствуется небольшое присутствие тонкой шерстяной нитки. Здесь... Поэтому кафе, особенно кальянный, кто берет эти пледы для защиты покрытия дивана, теперь это не ваш вариант, они еще быстрее, чем ваше покрытие будут прожигаться. Так, давай заглянем в шторы. Мы хоть и будем снимать отдельный обзор по шторам, но, возможно, кому-то будет неинтересно целиком обзор штор смотреть, кому-то интересно просто новые занавесочки. Так, здесь посмотрим или там? Да, здесь, я туда даже не хочу. Ты там не любишь снимать. Да, я уж... Полный блэкаут Ингимунда. Размер 145 на 130, цвет естественный, наличия пока нет. Из плюшек, то есть это светло-бежевые шторы под мелкую рогожу, плюс переход цветовой, полностью непрозрачный. То есть блэкаут вот такой, какой надо. Пойдем покажем еще на паре окон новые шторы. Но полноценно по всем шторам мы вам расскажем, когда будем снимать. Шкуру. Мы-то будем сегодня снимать. Дюток красно-коричневый, легкого затемнения занавесочка. Вижу Диму, вижу желтого цвета кофту, вижу красные таблички. То есть он будет слегка прикрывать. Сейчас давайте вот с окошком как раз вот у нас есть улица. Вот смотрите. Их жалко, нет, вот тут ряды. Да, ряда, чтобы можно было любой. Чек, окошечко. 1800. В принципе, для таких занавесок не сильно дорого, когда вам надо обновить. Хак Винге. А вот этот дюток, который я вам хотела показать. Гардины льняные. Удобно, когда на окно-то? Да, вообще очень удобно. 4000. Ну, вы знаете мое отношение к льняным занавескам. Они, не знаю, как за ними ухаживать, чтобы они идеально выглядели, потому что они всегда мятые. Новая ткань Углемонт. Так, это двойной, кстати, слой. Поэтому, ну, в принципе, даже на занавески пойдет. Можно и как тянуть призвание. 400 рублей, 1,5 метра ширина. Еще новенькая ткань. Очень плотная. Ребят, жалко, у тебя пропали прорезиненные ткани. Тоже хлопок, 400 рублей, 1,5 метра ширина. И я еще, знаете, что хочу показать? Что сейчас может сделать Нижний Новгород, да? Какие варианты отшива у них существуют? Потому что я считаю, что это актуально.
Вот смотри, вот такой интересный чехол на стул. Закрывашечка. Не указано, сколько это будет стоить. Соответственно, любые подушки, вышивка у ребят теперь существует. Они отдельно с мастерской со швейной договорились. И варианты, как они могут вам сделать шторы. Кстати, вот это очень классный вариант, когда вы не любите люверсы. Вот на такую липучку, чтобы это было не на ленте. Либо вот я люблю вот такие, но с ними заморот много очень в плане эксплуатации. В общем, имейте в виду, в Нижнем это делают. Я думаю, это делают во всех магазинах. Проблем с этим нет. Коврики Langstead появляются в новом цвете. То есть старые цвета уходят, новые появляются. 800 рублей, цвет черный, 90 на 60. Мусор будет видно весь. Имейте это в виду. Почему Дим? Потому что коврик темный. Я уже подумал. Точно. Так, такого серого цвета мы уже показывали. На нем спать можно. Вот раз за эти деньги можно купить, да? Hue Orthede 170 на 240. Шерсть и хлопок. Кем сделаны, ребята, непонятно. Хотя в ячейке номер 140 его можно взять. Соответственно, мы можем посмотреть. Ковроплетением занимается. Индия. Кто хочет поддержать братьев индусов? Тяжелое бревно. Так, из ковров больше ничего нового не появилось. Дим, можно я не буду это показывать? Нет, покажи. Дим, не надо, ну пожалуйста. Больше об этом не знаю. Келакс. В общем, кто помнит, тоже на Кэ назывались пледы, были такие отстеганные большими строчками. Это как бы ему Икея аналог выпустила. Ценник, кстати, такой же. Большое покрывало 230 на 250 стоит 4000. Маленькое 150 на 250, 2500. Ребята, это тряпочка, честно. Это тоненькая, маленькая тряпочка. Вот если все-таки Викиток более-менее, да, то есть он нормально закроет кровать. Здесь нет подкладки, ребят. То есть это просто два слоя ткани. Даже один слой подшит и все. Блин, ну пипец. 2500, прибейте меня. Два цвета, темно-синий и серый. О, можно за 4000 покрывальца купить, дорогой? Можно. Икеевская фланелька, стрим клевер, значит, двушечка стоит у нас 3000, однушечка 1300. Вот почему привела тебя сюда, к выставочнику? Кто пользуется икеевской фланелькой, знает, что буквально за сезон, например, осенне-зимней эксплуатации, наволочка вот так вшурушкивается вся. Ребята, это не брак, это особенность фланельки, поэтому имейте в виду. И если вас такое напрягает, лучше не брать. И не ночь. Да-да, не брать, не ночь. Пойдем еще покажем парочку новых постелек. Появилась постелька, которая уже, в принципе, была в ассортименте, только с другим названием. Пипстерка. У нас, кстати, просто дом такая есть, поэтому Дим помнит, да, что такая есть. С одной стороны она на бирюзовую сторону, с другой стороны вот такая вот абстракция, то есть красками напачкал все, что было. 152 нити, размер, по-моему, только один. Одна спалочка, нет, двух спалочек тоже есть. Двушка 2200, одна спалка 1700. За 152 нитки я считаю, что дороговатенько. Дороговатенько. Потому что вот те же две нити, кранс, рамс. 1800 стоит двушка и 1300 однушка. Вот это более-менее адекватный ценник за односпалки. Ну, за... Господи, перебей, сори. За 152 нити. Дороже уже не шибко адекватно, честно. Одна из моих самых любимых линеек – это Викфьер. Причем, ребят, очень адекватный ценник. Банная простыня 100 на 150. Всего 700 рублей. Два цвета, пудрово-розовый и нежно-голубой. Ребят, это ограниченка долго не будет, потому что обычно такие просто не дороже такой плотности. А Викфьер, Дим, покажи, пожалуйста, это хорошее двойное плетение. И они реально не ушибаемы, они не вытираются, эти полотенца. Новые шторки для ванны.
Как я уже говорила, наша история для ванны почти 3 года, она в идеальном состоянии. Рельсшон 800 рублей, белая с серым орнаментом. Дальше. Вот что-то серое, но я постараюсь это что-то серое сейчас найти. Живет это серое. Его нету. И вот такой орнамент. Он, кстати, тоже был, его убирали и обратно вернули. И вот такой. Ребят, все, что... Название, цена, пишут комментарии. Сюккель, 700 рублей. Басшон, 700 рублей. Рельсшон, 800 рублей. Размер все, 180. Окей, все новое, хорошо забытое старое. Лампа-лампан, которая раньше стоила копейки. Стоит у нас теперь 500 рублей, вы это все знаете. И у нее теперь нового цвета ноги. Прозрачный оранжевый, прозрачный голубой. И прозрачный серый. И более тонкий пластик. И более тонкий, ребята, они прям вообще стали. Раньше он был более плотный. И, кстати, вот после того, как они подорожали, их практически не заказывали. Да, да. Раньше он прям у нас очень популярный. Да, по-многому их всегда привозили, даже пока они стоили в районе 300 рублей. Но 500 уже перебор за эту лампу, честно, ребята. То есть несоответствие цены к качеству. Сим Рис Хаммон. А новая линейка, торшеры никак не дождемся в нижней. Пришли лампы, вот такие это лампа настольная. Прям полноценничек, смотри. На постаменте. Здесь утяжелитель. А стены нету случайно, потому что малёный провод и так торчит. Торчать будет больно, сильно. А почему бы нет? Ну не знаю, если позволяет. Шнур тканевый. Еще раз посмотрим, чтобы мы не убедились по обратному. Без и вот такая, вот это настольная лампа Браужа. Хочешь так? Вот а, видишь? Уже к стене, да. Хочешь так? А, ну, вот это я тоже сам... Да торчит. А это не будет торчать. Ну хотя это все равно все наверху. Вот такая стоит, ребят, всего лишь 1300. Честно, адекватно. Возле прикроватной тумбы, здесь стекло, здесь металл, да, плюс еще и двойная эксплуатация. Надоело так, перевернули. Телабюн, опять Икея начинает потихоньку добавлять ретро. На шнуре выключатель. Блин, тяжелая. Сталь, никелированное покрытие. Ну вот я говорю, у нас Лисма раньше такие делала, вот один в один. Раньше их никто не брал, конечно, да. Так, это мы уже показывали. Это с Краснодару показывали. Ага. Брафрихунд. Трех видов. Раз. Два. Три. Значит, первое. Просто стенного крепежа. Женщина. А кто еще вам покажет, кроме меня? Да там особо-то ничего. Стеклянный. Корпус, лампочка. Кстати, handmade. И еще две. Это уже по 1300, друзья, за счет того, что здесь ответвление ножка есть. Повесить можно как наверх, так и вниз. Ой, просто смотри. Нет, оно не регулируется. Просто чуть-чуть уже наклон можно поменять. Есть закрепляющая гайка. Ее можно и на 90 градусов сделать. Ну да, их можно перевернуть сюда, сюда и под любой угол сделать. По 1300. Стекло, металл. Мне кажется, адекватный ценник. Ну и более-менее так лаконично смотрится. Бра светодиодные, облако и цветочек. И еще есть, покажу. Про эти мы уже вчера говорили, они выходят из ассортимента. Ну а теперь, друзья мои, будет стоить 1300 вместо 400 рублей. Знаю, то есть там внутри светодиодник. Я тебя боюсь, да? Не дает мне магазин разобрать по запчастям. Красивые декоративные лампы Рольс. Мы добавили еще два вида в виде вот таких куполов. Очень красиво, 2000, но это стиль. У нас вот в Сибири, да, сразу вот такие висят у Светика в офисе. И при том они отличаются, что одна более серый оттенок, другая более желтая. То есть здесь уже по желанию. Смотрите, также идет кругленький, серый, желтый оттенок.
Я закончил. Тельбюн. Торшер. Опять же, из минусов. Вот, когда, ребят, вот такая веревочка, имейте в виду, они довольно-таки быстро отрываются, и функционал у вас исчезает. Только если электрика, либо мужа электрика с руками. Нет, просто мужика с руками. Да? Полностью металл. Здесь стекло. Мы вам сейчас показывали настольную лампу. За торшер такого исполнения, такого материала 5000, это реально недорого. Высота? Полтора метра? 135. Наконец-то они у нас появились. Новые абажуры. Якобсбюн. 1500. Матовое и прозрачное стекло. Хендмейд. Очень красиво, легко смотрится. Смотри, как красиво смотрится с прозрачными лампами. То есть здесь главное стиль подобрать, чтобы это было сочетаемо. Я надеюсь, что эра фото закончилась. И начинается эра более таких, более легких. Легких, воздушных. Да. Потому что как не зайдешь, то не в кафе, то до ресепшена постоянно какой-то или металлические фото, эти, вот, висит, вот эти икеевские металлические ведра, их Дима называет. Да, вот эти. Фото, хектары. Хочется уже какой-то легкости, воздушности. Значит, давайте разбираться. У нас их получается 4 модификации. Серое стекло с белым матовым, прозрачное стекло, цена везде одинаковая. Причем прозрачный даже дешевле, 1300. Золото с матовым золотом и белое с матовым белым. Повторюсь, ручной вытушки. Да. Нима мы уже показывали в предыдущих обзорах. Смотри, вот еще новый. Я его ждала, когда полноценно повесят. Бабушки на трусы повесят. Ну, тоже интересный такой необычный тканевый светильник. Они есть и шариками, и есть вот такой штучкой. Только осталось найти. Значит, называется Рекнскур овал текстильный розовый 2000. И круг текстильный розовый, белый круглой формы Рекнскур тоже стоит 2000. Я не знаю, мне нравится. В какую-нибудь девичью комнату с белым шнуром очень классно. Бабушкины трусы. Ну, пусть будут бабушкины. Так, мы в вязаной серии. Мне кажется, вообще надо отдельный обзор уже снимать, потому что очень много всего. Анилары, вот такие коробочки. Анилинары вообще-то. Бамбук черно-коричневый. Две штучки за 2000. Вот это набор. Ну, тоже интересно смотрится, особенно если клубочки какие-то, да, сложить. Ну, не знаю, в общем, тут в зависимости по стилю, что хотите. А дальше, что мне еще понравилось, я обратила внимание, что вот с этими авосечками девушки ходят как с сумками. Я не знаю, конечно, как выдерживает. А корзина называется Люстиг Кюре, естественный водный гиацинт водоросли. Изготовлена из быстрорастущего тропического растения. То есть данное растение очень быстро засоряет реки, а при, так как его забирают, да, в изготовление, то еще и двух зайцев убивают. В общем, если кто-то ходит с этим как с сумкой, расскажите, удобно. И еще хочу показать одну штучку. Штучка вот такая, называется корзина Люстиг Кюре, естественный джут. Ну, я не знаю, что сюда. Наложить что-то, да, и хранить. Что-то такой формы, она без ручки, ну, с одной ручкой. Тоже Люстиг Кюре, большая корзина, стоит 3000, 4 ручки, пальма Нипа, 57 на 40, сухие растения, все, не сказано какие, ну, судя по тому, что 4 ручки, выдержать она должна прилично. Так, отползаю. Корзина из банановых листьев. Здесь она у нас на металлических крепежах, на сцепке. Да, сейчас. Подходит для стеллажей били глубиной 28 и модули Беста глубиной 40. 1000 рублей стоит. Тетинг. Давай разбираться, что у нее. Да, здесь крючок. Ну вот просто так отогнуть я его не могу. Просто не знаю механизм сборки. То есть он как этот. Напомню, как шоколад. Собирается. Да, то есть он сборный. Мешок. Раворор. Стоит 1300. Огромный мешок. На замке.
ткань наподобие джинсы. Здесь просто, да, такая бесформенность. Сделано в Китае. При 40 градусах можно стирать. Хлопок. Слушай, интересный мешок. Я, конечно, не знаю, для чего его. Судя по всему, под какое-то хранение. Как вот ты думаешь, в шкаф куда-то вешать? Не могу даже зашить. Ну, мешок прикольный. Чего? Так, смотри, здесь прям целая серия, хранение новое появилось. Бординг, металлический держатель для хранения обуви. Одна пара сюда, одна сюда. 200 рублей. Дальше. Но это, ребят, я не знаю. 149 рублей. Формодержатель. То есть в глинище сапога положить. Ого. А я думаю, поставка подобна, чтобы это на рыбачку. Нет, ну вообще можно любую салфетку по распродаже купить и точно так же использовать. Либо где-нибудь в другом магазине. То есть это обычный пластик, который те используют для своих салфеток под горячее. У Анилара обновили линейку. Помнишь, раньше была подобного плана? То есть бумага, ну как будто бы кожа. Вот такая шкатулка для украшений с отделениями. Здесь замшевые вставочки на бумаге. То есть хранить, в принципе, удобно. Даже часы мои можно сюда. Так, все. Нету этой коробки. Из минусов. А, не, стирается. Норм. Есть идея, кому такую можно подарить. Коробка для обуви 399 рублей. Сюда две пары обуви вмещается. Но понимаете, это для чего? Это не функционал. Это красота просто. И вот такая коробка тоже можно использовать для хранения. Это бумага, но она с имитацией кожи. 600 рублей такая коробка. Коробка для переезда. Денбергубе. 100, хотел сказать 500 рублей. Думаю, господи, не дай бог. А что стало более плотное 100... или потоньше? Это папис. Не, ну, раньше еще были коробки. Синие, как из синие. Ты знаешь, наверное, все-таки те же. Вот у меня ассоциативный ряд такой же. 30 килограмм выдерживает и 66 лбу. Что такое? Объем? Где ты нашел? Я придумал. А, ну, 66. Другая метричная система измерения. Метричная? Ой, ладно, все, сейчас на меня докопаются все. Мне что-то, у меня мозг тупит. Ну, смотри, ну вот, допустим, объем. Он измеряется в литрах, да, или в СЛ-ах, да? Вот здесь, скорее всего, либо 30 килограмм, либо 66 вот этот вот ЛБС. Выкрутилась. Новые ароматические свечки, очень стильный черный цвет. По ароматике написан перец, по факту пахнет шоколадом. 129 рублей, стандартная линейка Синлик. То есть она все время обновляется. И цена базовая, что маленькие по 69, большие по 129. Пойдем пройдемся по свечкам, что есть нового на данный момент. Фрамферт. Ой, Ленор-Ленор цветочный. Ну, красивая стеклянная баночка потом останется. Крышечки нет, просто бумажейка. Так, красивых дизайнерских свечей у нас тоже в Нижнем нет. Их, поговаривают, прокупили просто быстро. И нема. Потом вот смотрите, вот это вот очень классная штучка, когда вы реально не знаете подарить девушке, у которой в принципе все есть. Если есть побрякушки. Да, если она знает, что она носит побрякушки, она встанет везде. Я хочу Светке подарить. 359 рублей. Упаковано в каком виде? Уйдите. У нее дочь отнимет. Вот такая вот штучка. И причем смотри, закнуть можно как угодно. Для сережек, для колечек, для всего. Слушай, а тут дырочки не могут быть продолжением? Нет. Продолжение. А длинную, да? Так, а пойдем, пожалуйста, в часы, там их очень много. Стуркс. Настенные часы всего 2000 рублей. А диаметр 26 сантиметров. Ну, скажи, стильно смотрится. Они, конечно, бесциферблатные, то есть не имейте в виду, не все любят. Вот они, часы, которые с нами в гостинице сейчас живут. Да, слепые. И они, кстати, тикают, их слышно? Потом, вот в эти я вообще влюбилась. Бисинг. Диаметр 28 сантиметров. Кстати, они не поворачиваются. Они на двустороннем, нет? Да. Ну, а зачем они поворачиваются? Не знаю, еще повернуть. Ну, вообще классные. Самое завораживающее в этих часах – это секундная стрелка. Почему? Они круто. Потом смотри, вот они все новые часики.
Рот Блота, ясеневый шпон, светло-серый, 2300, без рублика стоит, диаметр 42 сантиметра. Вешаются они вот на такой металлический хвост, видно? Да, да. И обрати внимание, все практически новые часы без циферблатной. Еще одни новые часы, почти круглой формы, неправильный круг, диаметр примерно 35 сантиметров. Мало, хопа, 1300. Нет, мне кажется, что он неровный. Или ровный? Он неровный. Давайте по секунду стрелки посмотрим. Ровный, чего? Вот смотри, секунду стрелки. Вот по сравнению, например, вот с этими часами, здесь идеально ровный круг, здесь я неровности вижу. Все ровно. Мне сказали, что я глюк. Нет. Из-за этого иллюзии у меня кривизны. Вот у кого такая же иллюзия? Поддержите меня, пожалуйста. Настенные часы Тагат. Таких больше нету, ты одна. Ну да, таких как я нет. Тагат, 38 сантиметров, бело-серый. Вот это классической формы часы, хорошего размера. Это и коридор, и гостиная, и куда-то в организацию, в холл. Ну, прям классика. Металл, стекло. Согласен? Хоть в чем-то ты со мной согласен. Смотри, какие новые часики. Всего 169 рублей. Трома с перфорированными циферками. То есть сюда можно что-то положить, да? Наклеить разноцветные листочки. И циферки будут разноцветными. Согласно вашего цвета. Так вот. Мы придумали. А это в продолжении твоей коллекции из кривых настенных часов? Да? Да. Только теперь настенные. Ой, настольные. Будильник. Что не пищишь-то? Присмотритесь, пожалуйста, на стены. Фу. Мертвый размер. 899. Кривой? Нет. Малхопа 11 сантиметров. Вот и работай с ним. Рама 20 на 25. Вестанхед. Вы просили, Икея сделала. Рамы с толстым краем, куда можно что-то задекорировать, сложить. Бабочек. Огуречков. Вот она. 400 ну, рублей. Хорошо, под что? Для наших наград. Но они только маленькие. Награды у нас здоровые. Магниты, набор из двух штук розового цвета, зажимы, магниты, зажимы, то есть вот прицепаешь и подцепаешь то, что тебе надо. Нам надо попробовать для презентации взять. Так, по картинам пробежимся, новое что-то появилось. Так, новый холст, Эйфелева башня, Бьоркста, 140 на 100, 2000 рублей. Больше по картинам нового мы ничего не увидели. Хиндас, зеркала в ротанговых рамах, 50 сантиметров, 2000 рублей. Пожалуйста. Продается в коробочках, то есть можно взять на подарок. Малехонькое зеркало 23 сантиметра в ротанге тоже. 1300. Кто это? Ну ты хоть как-то вот так покажи, что ли. Все видно, все видно. Так, следующий. Оп, хэм. Здесь тоже обвязка, тоже ротанг. 54 на 77. 2500 стоит такое зеркало. Ну, побольше. Что? Побольше зеркала покажи. Ну не видно же. Смотри, яйцо это хочет. Дальше. Рис Бюг появился в черном цвете. Диаметр общий 50. Само зеркало порядка 20 сантиметров. Но здесь за счет воздушный очень. Материал? Ротанг. Угу. Не, бамбук. Это уже было, но ушло одно все вместе. Мисс Свент, 50 сантиметров, тоже общий диаметр, и такое же маленькое зеркалишко. И вот это очень красивое следующее зеркало. Что ты делаешь? У меня как-то сердечко вытянуло. О, сердечко вытянуло. Зачем сердечко? Я не знаю, выпало, скинули. Крис Тинелут, ротанг, 61 на 50, такая вот коса. А ты хоть их подальше покажи. Все показал? Да. Точно? Кармсуд. Настольное, напольное, все перебрала. Настольное зеркало теперь появилось еще и в белом цвете. Кстати, давно его ждали, давно просили. Единственное, что болты не белые, вот еще покрасили, да, чтобы все было белое. Оно, ребятушки, одностороннее. Но назад можно пришурупить какие-нибудь крючочки и вешать мелкие девчачьи радости. Пойдемте еще в кашпо, Дмитрий Юрьевич, заглянем. Так, новинки мы сняли. Новинок будет еще очень много в январе и феврале. Сейчас Икея освободит полочки, раскидает распродажу. Ну и, соответственно, ждем еще, как обычно, новых поступлений. Ребят, кто уже что-то успел цапнуть,
делитесь, рассказывайте, нам интересно.